Привет, привет, привет! С вами канал «Письма со всего мира». Откроем это письмо из США. В принципе, я догадываюсь уже от кого, потому что, судя по ответам с платного сайта, это должен быть именно этот актер. Ну, если вы сидите на платном сайте и просматриваете успехи, то, в принципе, вы можете пометить любимых звезд сердечком и получать, скажем так, отслеживание по их ответам, по их изменениям в адресах и так далее. Вот это письмо тоже не является исключением. Ну, я так думаю, что это именно то, о ком я думаю. Плюс, ну, что сказать, оно достаточно плотное. Да, я отправляла этому актеру кое-что, но я, если честно, ладно, не буду я гадать, давайте открываем, потому что вечно болтаю и не показываю, что все-таки мне пришло. Так. Так, по поводу обратных расходов оплачивала. Это была моя марка, безнадежно испорченная, ее уже вряд ли можно оттереть, к сожалению. Ладно, смотрим. Какая-то картонка. Так. Так, подписи нету. Так, а тут давайте хоть так откроем. О! Да, все. Ну да, не сюрприз, скажем так, что это именно этот актер, и слава богу, то было бы неловко. Так, так. Ага, вот. Ну да, в общем-то, рассказываю. Ну, в принципе, вы уже видите по флайеру, что это актер из ОНО. Актера зовут Джереми Рэй Тейлор. Вот его подпись. Так, посмотрите. Ну да, какая-то у него тройная подпись, наверное, связанная с его именем. То есть, ну, Джереми Рэй Р и Тей. Получается, Джей Р Тей он пишет. Джер или Джеры. Ну, Джера, не знаю, Джей он как-то пишет, наверное. Так, посмотрите. Не было у меня его фотографии, был флаер, отправила флаер и добавила вот такую вот открытку с котиком. Ну, вообще, я предполагала, что это будет его подарок, но я ступила и не написала это в письме. То есть, я никак не акцентировала на это внимание, то есть, не просила, вот, подпиши мне открытку или что, просто отправила ему. Кстати, открытка очень красивая, видите? Ну, он подписал. Так, ну я что-то видела на обратной стороне. Так. Да, он написал, что любит котят. И Джереми. Ну да, классно. Мне нравится. Так, подождите, где-то у меня был Пеннивайз стоял. Сейчас. Вот. Вот, Пеннивайз, он, в принципе, будет участвовать во всех обзорах актеров из ОНО. Стоять с таким видом, смотреть. Вот. Ну, я думаю, что оно сейчас популярно. Даже снимается вторая часть, где уже взрослые ребята будут, но и в том числе и вот эти актеры, которые были в первой части. Поэтому, ну, стараюсь, конечно, собирать каст. Это уже второй автограф из ОНО, но тяжеловато, конечно. Давайте еще посмотрим. Так. Так, на обратной стороне ничего. Но если вы помните, то он был пухленьким таким мальчиком в этом
в фильме, поэтому можете, в принципе, визуально его представить. Довольно, что он ответил. Остальных, конечно, сложнее собрать, но будем пытаться. Пеннивайз тоже, наверное, доволен. У меня такая мордашка злая, злая милая. Ну, да. Так что Пенни. Специально забрала его с работы, потому что, ну, предполагала, что именно этот актер ответит, потому что Пенни у меня на работе стоит, помогает, скажем так, в рабочих делах, но я не рискую его, скажем так, ставить среди своих других фигурок, потому что, ну, мало ли, они не уживутся. Поэтому он там стоит практически один. Хотя нет, рядом там в компании собачка, которую мне подарили, ну, такая фарфоровая, и чудо-женщина маленькая, тоже из фанка-попа. Вот, и вот они втроём там вроде бы как уживаются. Вот, и я его уже забрала, наверное, неделю назад, и все никак не могла сделать обзор на этот конверт. Ну, слава богу, что это именно этот актер, а так бы Пеннивайз чисто стоял бы. Ну, не знаю. В любом случае, рада, что ответил, рада, что именно этот актер здесь оказался. Советую оплатить обратные расходы, ну и написать, соответственно, адрес скину в описании под видео. Ставьте лайки, а то за вами придет Пеннивайз. Подписывайтесь на канал. Всем пока!